Всем привет! Приветствую вас на своем канале «История жизни» с Эмилией Гарден. Продолжаю убирать и украшать свой дом к Пасхе. Я уже перешла на кухню, так что сегодня будет обзор посвящен кухне. Приведем кухню в порядок и украсим каждый уголок. Так что садитесь поудобнее, наливайте себе чай или кофе, вдохновляйтесь, мотивируйтесь и вообще просто хорошо проведите время в моей компании. Вымываю окно на кухне. Так как это окно выходит у меня в такой тамбур, я спокойно включаю свет там и мою уже в темное время суток это окно. Вымываю все, что стояло на этом окне. Это поднос, это большой букет у меня из яблоневого цвета, чайничек, какая-то посеребренная посуда. Все это вымываю и возвращаю на место, пока стираются шторы. Многие после первого обзора мне задают вопрос: вы что, вешаете шторы мокрыми? Девочки, у меня около 15 окон. Если я еще буду и гладить каждые шторы, вы представляете, я просто упаду где-нибудь, да, около своего окошка. Поэтому я шторы вешаю влажными. Если это тяжелая портьера, я ее ставлю на обычную стирку 15 минут, ну, их нужно от пыли все-таки просто сполоснуть, так скажем, да, и делаю 1200 оборотов в отжиме. Но если это не мнущаяся ткань, если мнущаяся ткань, то лучше 800 или 400 оборотов ставить, и тогда шторы выходят из стиральной машины идеальными, девчонки, их не нужно гладить абсолютно. Тюль я так и делаю, я ее стираю и ставлю на 400 оборотов. И она выходит идеальной. Вешаю, потом она тюль и шторы, сами тяжелые шторы, да, под своей тяжестью еще выпрямляются, если есть какие-то маленькие заломы. И все счастливы. И я, и шторы, и мои окна. Так что берите на заметку, если кто-то не пробовал. Очень удобно. А я, как вы заметили, уже приступила к украшению своего букета. Буду украшать белыми яйцами. Белый букет, белые яйца. Добавлю еще хрусталя. У меня на это окошко иногда попадает вечернее солнышко, мне кажется, хрусталь будет переливаться и играть, и задавать волшебную атмосферу вокруг. Но, я думаю, получится очень красиво. Тем более белый цвет, вот белые яйца, смотрятся в украшении и в интерьере очень торжественно и благородно. Сдержанно в то же время, да, но очень красиво. Украшаю букет. И что хочу сказать про букет. Многие, я заметила, украшают вот только по краям, вот тут вот по кончикам веточек или букетов. Девочки, есть еще глубь букета. Не забывайте об этом. То есть украшаем букет не только по краям или по низу, а украшаем полностью букет. Если у вас большой букет, вы украшаете и по краям, и в глубине, тогда будет очень красивый такой 3D-эффект, и яйца не будут просто по краям висеть, а они как будто будут обволакивать пасхальные яйца этот букет. Попробуйте так разместить яйца, и вы увидите, что это совсем другой вид. Можно также белые яйца разбавить с бежевыми яйцами. Это будет тоже очень красиво. Я вам потом покажу, как это будет выглядеть. В этот букет я добавлю еще хрусталя. Розового хрусталя. Потому что в другом месте у меня будет разноцветный хрусталь. Добавим цвета, да, разноцветности, но сдержанный. Цветовой сегмент в украшении здесь пускай будет сдержанный, но в то же время элегантный, на мой взгляд. И к тому же хрусталь есть хрусталь. Вот как ни крути, но хрусталь это всегда благородно, это всегда блики, это всегда достойно выглядит в любой интерпретации, будь то подвес или тарелка или графин, да неважно, да, хрусталь есть хрусталь. Эти подвесы из хрусталя, и поэтому мерцают и переливаются они на свету просто восхитительно. Ссылочки на яйца, хрустальные подвесы вы найдете внизу в описании.
Продолжаю создавать композицию. Добавлю белого кролика и в его корзинке положу бежевые яйца. Белый цвет с бежевым всегда смотрится хорошо и благородно. Посмотрите, как мерцает и переливается хрусталь. Хрустальные подвесы, они дополняют, не бросаются в глаза, а дополняют и задают изящество данному пасхальному букету. Но мне захотелось немножко свечения добавить. Я буду это делать с помощью вот такой вот потрясающей гирлянды. Она выполнена на проволочке. Это такие цветочки. Здесь я буду использовать эту сакуру от USB. Включаешь в розетку, и все, никаких проблем не испытываешь. Эта сакура будет украшать этот уголок. Заметьте, какие оттенки в этой композиции присутствуют. Я не сделала эту композицию монотонной в двух тонах. Здесь и серебро, белый цвет, бежевый цвет, розовые подвесы, розовая сакура. То есть смешивание вот этих красок, зеленый, кстати, тоже есть на веточках, да, дает вот это смешивание вот этих красок, дает как раз-таки определенный шарм и волшебную обстановку вокруг. Очень красивая композиция, на мой взгляд, получилась легкая, воздушная, очень весенняя. А когда появляется вечернее солнышко, девчонки, вся кухня у меня просто в бликах от хрусталя. Ну а я медленно, но верно перехожу в другую часть своей кухни. Вы все ее знаете. Это чайно-кофейный уголок. Я его украшаю и на Рождество, и летом он у меня в определенной тематике. И Пасха не исключение. Добавлю в этот угол вот такого кролика-повара. Он в таких, знаете, пастельных оттенках очень хорошо вписывается в любой интерьер. С белым цветом будет сочетаться просто великолепно. И сейчас вы сами это увидите. Убираю стеклянные банки, хрустальные банки и буду создавать здесь пасхальную композицию. Это будет такой пасхальный чайно-кофейный уголок. С помощью вот таких банок из белой керамики, у них крышечка и такие ушки очень красивые, милейшие. Засыпаю вкусноту в эти баночки. Это вот такие вот конфеты. Это орехи в шоколадной глазури, такие дрожже. Также в другую баночку я насыплю макадамию, орехи. Мы очень любим этот орех. Так что в чайном кофейном уголке ему быть. Вот именно три баночки разного размера. Эти ушастые, милейшие просто баночки смотрятся в трио великолепно. В другую баночку маленькую я засыпала чай. Я завариваю чай каждый день, поэтому здесь в чайно-кофейном уголке он не лишний. В другую баночку я насыпала в виде кролика конфеты и дополню эту композицию вот таким вот красивым кроликом. Он достаточно большой, но яркий акцент в виде морковок задаст вот эту вот атмосферу вокруг. Добавлю одну веточку яблоневого цвета и украшу ее бежевыми и белыми яйцами. Смотрится вся эта композиция очень торжественно. Ну и, конечно же, не оставит равнодушным никого, ни ребенка, ни взрослого этот уголок. Дополню еще вот такими баночками в виде яйца, сверху птичка потрясающая, стеклянная, да. В них я насыплю жасмин, добавляю я его в чай часто, поэтому лучше под рукой. И орешки, это чаще всего у меня мальчишки, например, очень любят фисташки, но это могут быть разные орешки. И добавлю еще баночку с черным чаем, то есть у меня наверху зеленый чай, а в ушастой баночке, так скажем, а с петушком черный чай. Конечно же, уже вовсю можно добавлять и посуду пасхальную. Это у меня кружки с кроликом. И вот такой чайно-кофейный уголок у меня получился. Мне кажется, очень даже привлекательно, празднично.
И, конечно же, повторюсь, не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка. А если у вас еще маленькие дети в доме, вы представляете, что это для них? Ну, просто феерия! Диснейленд для глаз и вкуса! Передвигаюсь я к обеденному столу, убираю я постановочные тарелки, хорошенько их вымою, плейсматы розового оттенка, они имеют такой цвет, знаете, розового жемчуга, очень красивые, хорошо смотрятся на бежевой или белой скатерти. Стелю свежую скатерть, будет она у меня вот такая вот с кисточками, с вышивкой, мне кажется, очень хорошо. Все поддержит, всю атмосферу вокруг, да. Этот кролик приходит каждый год, только с разным букетом. В этом году я решила добавить еще желтых оттенков. Ну, это не точно, девчонки, но пока добавила. Посмотрим, устану я от желтого цвета или нет. Конечно же, возвращаю я розового цвета плейсматы. Они освежают и поддерживают мою сакуру, которая на окошке и так далее. Да? И все, вуаля! Пасхальный стол готов. Создаю композицию, которая будет красоваться на комоде, где хранится какая-то посуда. Букет здесь остается, он у меня всю весну здесь стоит, подсвечники тоже, но добавлю одну деталь. Беру большое стеклянное яйцо и буду в нем создавать композицию. Добавлю небольшой маленький такой венок пасхальный. И в это стеклянное яйцо добавлю еще яйцо в шкатулку зеленого цвета, в которую размещу светодиодную гирлянду. И будет такое впечатление, что вот это вот яйцо светится внутри стеклянного яйца. Вообще камера не передает всей задумки и всей феерии, да? Но поверьте мне, это производит впечатление, смотрится очень эффектно. Также добавлю на обеденный стол гирлянду, цветочки, сакура, но уже на батарейках. Именно такой гирляндой очень удобно сервировать стол. И вы посмотрите, какой эффект. Как будто бы россыпь маленьких цветочков вокруг, по центру даже, вокруг композиции, по центру стола. Смотрится очень красиво, нежно, изящно. Вот такая кухня на Пасху у меня получилась. Пасхальный декор здесь закончен. Берите на заметку, вдохновляйтесь, мотивируйте себя и вообще впускайте уже в свои дома и квартиры дух Пасхи. И ничего страшного, что мы украсим дома за 2 недели, за 3 недели, и будем наслаждаться этой атмосферой, и наши домочадцы будут наслаждаться такой атмосферой, которая будет в доме. А на этом я закончу свой обзор. Впереди мы еще украсим прихожую, она будет волшебной, и гостиную. Всем мира и добра, и увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!